Хорошо, так и выйдешь. Надо же не забыть за 25 лет. Почти 25. Я тебе, мать, на серебряный такой устрою. Леша, не мог. Напугал козу капусты. Смотри, свои обещания завтра не забуду. Ах, не забуду. Родители, а вы не очень там увлеклись? Замочек-то мы уже повесили, да? Вот именно, папа. А куда спешить? Банкет отменяется. Алексей Михайлович, как отменяется? Спокойно. Шампанского. Спасибо. Итак, Ксюша и Олег, руководство туристического агентства «Купидон Тур» в моем лице. У нашего агентства два лица. Ну да. Одно официальное мое, другое прекрасное нашей мамы. Так вот, этот двуликий Янус предлагает вам удивительное путешествие, овеянное очаровательной, чудесной природой. Леша, пафос, сними, мы же не на работе. Мать, ну я хотел как лучше, ну красивее. Короче, дорогая Ксюша, ребятки, вот вам две путевки. Чемоданы в багажнике, самолет в аэропорту, вылет через 3 часа. И давайте уезжайте-ка отсюда куда подальше. Поздравляю! Поздравляю! Спасибо. Подождите, подождите, а как же ресторан, как же гости? Зачем вам гости на островах? Давайте, давайте, езжайте, не мешайте нашим гостям отмечать вашу свадьбу. Послушайте, родители, а можно еще одну просьбу напоследок? А поцелуйтесь-ка, у вас это так хорошо получается. Фу, Ксюха. Ай, да ты знаешь, легко. Мариш, у меня предложение. Неожиданно. О, да. Неожиданно. Я так погорячился. Да ладно, я могу снять. Не, ну что ты такую красоту... Не, ну серьезно, это несложно, если... Не-не-не, никаких если. Ну ладно. Я так просто спросил. И что? Так не выспимся, Мариш. Чего не выспимся-то? О, действительно, точно не выспимся. Ой, господи, как же я ноги натерла. Туфли надо было нормальные купить. Да. Такой умный. Взял бы и купил бы. Что насчет предложения? Откладывается. На какой срок? В данный момент на неопределенный. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что случилось? Ничего. Доброе утро. Ну, понятно. Добро должно же быть с кулаками.
Квартира Мухи. Правда, сейчас на свежем дому. Но не расстраивайтесь, а сосредоточьтесь и оставьте нас. Блин, а? После сигнала. Как медведя обложили. Тренажер сегодня 15... Нет, уже 11 минут. И только не филонить. Одежда в спальне, овсянка на плите. Напоминаю, что в трусах за стол садиться неприлично, поэтому сначала оденься. Не забудь про галстук, я его тебе завязала. И поосторожней с петлей. А то развяжется, сам не завяжешь. И ешь аккуратней, не забывай, что ты в одежде. Теперь каша. Если остыла, подогреешь ровно 2 минуты, постоянно помешивая. Кофе в чашке, кипяток нальешь сам. Витамины. Красную, зеленую и 2 синих запьешь водой. Водой, Мухин, а не кофе. Тебе нужно по дороге заправиться. Все. Расчетное время прибытия на работу 13.20, 13.25. Делать, а? Чё я сделал-то? Да ничего, ты меня напугал. Ну, извини, я не хотел. Всё. Ладно, проехали. Лучше помоги мне поднять эти жалюзи. Подержи тогда. А что значит подержи? Это кому? Тебе, естественно. Ну, а чё ты подержи? И вообще, дарить женщине букет нужно, глядя ей прямо в глаза. Ой, а ты не мог поприличнее завернуть, в магазине попросить? Так это не с магазина, это я сам. У меня участок за городом, 25 соток. Сплошная клумба. Поедем, покажу. Нет, ты знаешь, не сегодня. Опять не сегодня. Когда оно будет это? Сегодня. Может быть, завтра. Когда завтра? Ночью. Правда, что ли? Ага. Во сне. Все с тобой понятно. Коль, да ничего тебе не понятно. Понимаешь, в каждой женщине должна быть загадка. Да ну тебя. Ты, главное, не нервничай. Она, главное, нужно как раз. Помолчи лучше. У вас какие-то проблемы? Не, вы что, слепая? Вы не видите, что у меня ожог первой степени? Третий. Ой, да кого вы слушаете? Господи? Я вас слушаю. Говори. Что говорит?
Ну, конечно, тебе нечего сказать. Вы нам какую погоду обещали? Солнечную. Да, солнечную. Но не до такой же степени. Я тебе говорил. Так, не слушайте его, это я здесь пострадавшая. Ну, так что вам, собственно, нужно? Ну, как что? Ну, компенсации. А вам? А я, собственно, с ней. То есть вам компенсации не нужно? Нет. То есть как-то не нужно? А что тебе нужно тогда? А мне бы водички. Водички, это мы сейчас организуем. Наташенька, нам бы водички. Я как раз понимаю, что вам все понравилось. Со страшной силой. Вот, видите, что получается, когда мы невнимательно прислушиваемся к нашим замечательным мужчинам. Давайте поступим так. Вы еще раз между собой все обсудите, а потом уже придете ко мне, и мы с вами все решим. Конечно. Пойдем, Зин. До свидания. Всего доброго. Ну, учтите, мы еще вернемся. А я буду ждать. Марина Владимировна, а вы действительно думаете, что к мужчинам нужно прислушиваться? Ничего личного, Наташа. Чистый бизнес. Послушайте, я вам уже много раз говорил, чтобы вы мне не звонили по этому вопросу. Нет, бизнес мы продавать не собираемся. Ну хорошо, и какие это новые условия? Кто это? Это телефон. Телефон не должен ржать. Телефон должен звонить. Воды мне принесите. В холодильнике и на столе. Мог бы и поздороваться. Как самочувствие? Отвратительно. Опять без газа, да? Ты опоздал на 15 минут, где был? Думал. 15 минут не характерно. О чем? Опять звонили конкуренты из «Берега счастья». Предлагали новые условия. И о чем же тут думать, Леша? Ну как? Может, правда? Продадим? Леша, мы уже 1000 раз обсуждали это, и я уже сказала, что мы ничего и никогда продавать не будем. Я вообще не понимаю, как можно в деньгах измерять дело нашей жизни. Почему нет, Марин? Ну, если деньги большие, а жизни очень. Леша, не говори ерунды. Я надеюсь, твоей жизни тебе хватит на то, чтобы научиться наконец самостоятельно завязывать галстук, а в оставшуюся, пожалуйста, почини жалюзи. Хорошо. Леш, может, ты все-таки выйдешь? У нас гость в доме. Мариш, не отвлекай, а? Всего 3 жизни осталось. Одна жизнь у тебя, Мухин, осталась. Ты неизвестно на что тратишь. Ай! Ну как? А, ноль эмоций. Продолжаем. В общем, я тебе так скажу. Маринелла, 2 раза развестись, это тебе не 1 раз замуж выйти. И мозги ставит на место, и приоритеты расставляет так жестко. Какие же приоритеты-то? 1. Свобода. И секс. Это 2. Нет. Потому что секс на свободе. 3 раза в неделю, строго по времени, как антибиотики. А где ж ты нашла такой неиссякаемый источник? 3. В сексе главное что, Маринелла? Разнообразие. Или у тебя другое мнение? Ну нет, просто у нас с Лешей уже все как-то сложилось. Да я вижу, как сложилось. Как крылья сокола в свободном падении. Давай по-честному. Сколько раз? Месяц? До такой степени плохо. Значит, у него есть кто-то на стороне. Да кто у него на стороне? Он либо на работе, либо дома. Значит, на работе. Так на работе только 1 секретарша. Тебе мало? Ты знаешь, какие сейчас секретарши пошли, а? На твоих же глазах твоего мужа так оприходит, ты не заметишь? Тихо, мне сериал. Горин женится на Жанне. Подожди, на какой Жанне? Ну,
вот на этой Жанне, на секретарше, которая только что здесь сидела. На. Сериальчик смотрите? Угу. Понятно. Про что кино-то? Лёш, не гунди. Это кино про что, а сериал всегда про жизнь. Как инопланетянин, ей-богу. Что значит как? Конечно, инопланетянин, и вы инопланетянки. Лёша. Жизнь на Землю занесена извне. Да что ты говоришь? Кто тебе сказал? Надь. Книжки надо читать, а не в телевизор пялиться. Все понятно. Кино для меня закончилось. Я поехала. Надо. Значит, смотрите. Вот сейчас вам прочитаю. Наличие на Земле форм, сохранивших способность к размножению в экстремальных условиях. Угу. Наука! Слышала? К размножению. Оговорочка-то по Фрейду. Обрати внимание на секретаршу. Капитан Тур, на каком этаже? На 10-м. Благодарю. Только пропуск заказывать надо. А, да. Секунду. А, вот этот подойдет? Да. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Это капитан Тур? Да. А вы хотели бы заказать путешествие? Не исключено. Я так понимаю, вы руководитель? Не совсем. Руководитель у нас формально мой муж Алексей Михайлович. Так формальный руководитель или формальный муж? Ну, не ловите на словах. Но если вы хотите заказать индивидуальный тур, то вам лучше сначала обратиться к нему. Пойдемте. Ну, так опять же формально. К тому же, по-моему, он занят, а я предпочитаю неформальное общение. Да, но если вы так настаиваете... Ну, присаживайтесь. Так что конкретно вас интересует? Я бы предпочел что-нибудь максимально экзотическое. Ой, простите, я уйду пораньше, у меня родственники приехали. А Алексей Михайлович уже отпустил, поэтому я убежала, простите. Ну вот видите, Алексей Михайлович как раз освободился. Мариш, извините. Марина Владимировна, я ушел. Как? Извини, только что позвали на переговоры. Лёша! Все, пока-пока. Лёша! До вечера! Лёша! Извините, Бога ради. Так послушайте, значит... Минуточку. Ой, вы знаете, я боюсь, так получилось, что вы как-то сегодня не очень вовремя. А вы не бойтесь, я делаю все вовремя. Может быть, вы придете завтра? Отнюдь. Я привык делать все сразу и до конца. Так что вы мне порекомендуете из экзотики? Из экзотики? С экзотикой у нас все в порядке. А вилка? В ящике. Второй ящик снизу. Третье отделение слева. Можно было бы уже запомнить за 20 лет.
А зачем? А ты на что? Ну, если я куда-нибудь денусь. Мариш, ну куда ты денешься? То есть, по-твоему, я должна быть к тебе прикована всю жизнь? Как раб галерии. Правильно говорить не раб, а рабыня. Конечно, правильно. Рабыня, нянька, гейша. Хотя последняя к нам уже не относится. Почему нянька-то? Слушай, мы с тобой поделили все поровну. Ты занимаешься домом, а я взял на себя бизнес. Прости, что ты на себя взял? А чем ты, собственно, недовольна? А что-то мы голос повышаем. Можно подумать, что ты чем-то недоволен. А ты не допускаешь, да, что я могу быть чем-то недовольным, да? А чем? Например, то, что я ем, то, что ты считаешь нужным. Я должен одевать то, что ты считаешь нужным. Я должен приезжать куда-то во столько, во сколько ты считаешь нужным. Ты мать, не нянька. Ты гестапо. И терплю я все это только потому, что я тебя сильно, Марина, люблю. Если бы я тебя не любил, лет 20 назад бы убил бы уже, отсидел бы свое и вышел бы, и гулял бы на свободе уже лет 5. Это место, Леша, в тюрьме давно за мною, забронировано. Он, видишь ли, меня терпит, потому что он меня любит. С ума сойти. Видимо, поэтому свободное от работы время проводит с перезрелой девицей. С какой девицей? С Наташей! А что это она перезрелая? Ага, значит, все-таки с ней. То-то я смотрю, они сначала жалюзи опустили, а потом, опа, она к нему уже в машину прыгает. О чем ты говоришь? У меня просто времени нет починить эти жалюзи. Конечно, любовница требует времени. Какая любовница? Какая? Я ее тупо подвез по дороге. Куда по дороге? На переговоры. Она что, с тобой уже на переговоры есть? Да не было никаких переговоров. Ах, еще и переговоров нет, никаких нет, Марина, не было? Подожди, Марина, ну как мне тебе доказать? Ой, я был на переговорах один. У меня нет никого. Леша, не надо ничего доказывать. Мне вообще наплевать, как ты к ней относишься. Мне важно то, как ты ко мне относишься, Леша. Господи, ну как я к тебе отношусь? А никак! Ты мне за всю жизнь ни одного цветочка даже не подарил. Ёлы-палы, ну ты же знаешь, как я отношусь к цветам. Я не могу смотреть, как они вянут. А что ж ты тогда терпишь, что тебе секретарша каждый день веники под нос ставит? Откуда я знаю, что это она? Я думал, что это ты. Серьезно? Да, серьезно. Чего ты хочешь, я не знаю. Чтобы я тебе этот недосушенный гербарий подарил? Уже нет. То есть ты ничего не хочешь? От тебя вообще ничего не хочу. Не, если ты ничего не хочешь, давай разводиться. Давай. Ты что, серьезно? Абсолютно. И что, квартиру будем разменивать, да? Бизнес делить? Ты с ума сошел? Как можно наш бизнес делить? Он такой маленький, он же загнется. То есть ты предлагаешь одного из нас оставить вообще без всего, да? И я уже догадываюсь, кого. Только извини, он на это не согласен. Но можно найти и справедливое решение. А, то есть с разводом уже делаешь оное, да? Похоже, что да. Ну хорошо, и что ты предлагаешь? Например, пари. Ха, смело. Ну и в чем пари? А в том, чтобы прожить в одиночку. И тот, кто первый не выдержит и попросится обратно, или заведет отношения с новым партнером, тот все проиграл. И это ты мне предлагаешь? Я тебе. Согласен. Но имей в виду, Мухин, когда ты приползешь ко мне обратно, я тебя не приму. И ты имей в виду, Мухина, что когда ты ко мне приползешь, я еще подумаю, но хозяином положения буду я. Ну-ну. Что ну-ну? Все, Мухин, все! Да ты что? Ты дура, что ли? Да что сразу дура? Сама он вчера мне рекламировала прелести свободной жизни. Рекламировала? Да это потому, что мужа нет. А был бы муж, он сидела бы и молчала в тряпочку. Если б ты знала, как тяжело одной. Вот так вроде весь день бегаешь,
вроде нормально. А придешь домой, и думаешь, вот хоть какой-то сидел бы, футбол свой смотрел. Мой не смотрит. Про инопланетян бы рассказывал. Только бы знать, вот он. Мой. Я бы все-все для него делала. А зачем он такой нужен-то? Чтоб все-все для него делал. И фиг его знает. Инстинкт, наверное. Не убедила? Пока нет. Давай освежим. А как же квартира? Да что с квартиры-то? Будем считать это авансом за подаренную свободу. Главное не ставить на себе крест. Угу. 45. Хм. Баба-ягодка опять. Угу. 50. 50, не 60. 60 для нас пока не актуально. Слава тебе, Господи. Согласна. Но при таких потерях, как у тебя, остается надеяться только на себя. Какие еще потери? Я, наоборот, собираюсь сейчас только начинать приобретать. Вот! Вот! Правильно! Здоровая установка! Молодец! Да где же ты, ёшкин кот? Господи, что ты устроила, а? А что не так? Ну, беспорядок, ну что ты все на стол вывалила? Маринелла, вот! Вот где должен быть порядок! Чтоб мужики видели тебя и попадали! А если хочешь в квартире наводить порядок, вон иди к своему Мухину. Только ведь он не оценит. Новых сообщений нет. Вот так вот, дай. Ладненько. Да. Все плохо. Косметика не туда, костюм не отсюда. А прическа навевает романтические воспоминания о параде физкультурников. Значит так, начнем с прически. Сейчас я тебе дам адрес одного замечательного салона. Пожалуйста. Я не думаю, что мне он понадобится. Значит, с работы я возвращаюсь в 8. Угу. К этому времени почисти, пожалуйста, картошку. Без 15:09 сядем ужинать. В 9 смотрим сериал. Мариналочка, а ты надолго у меня задержишься? Ну, как пойдет. Угу. Тогда... А! Держи. Ключи от бывшей моей квартиры. Так ты же ее вроде даешь. Я же верю, что еще с квартиры делаю. Так значит, там жильцы? Ну, наверняка. Только к вечеру их не будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Без газа. Ну и чего? Ну, чего? Я была в посольстве этой страны А это не важно. Сами жители этой страны не могут выговорить ее название.
Наташа, да? Передайте, пожалуйста, это на подпись Алексею Михайловичу. А все в порядке. Сегодня Международный день вежливости. Зайдите ко мне. Алексей Михайлович. Что? На подпись. Отнесите это Марине Владимировне. Да, и на словах передайте ей, что портя двери в офисе, она снижает базовую стоимость моего бизнеса. Вот, Алексей Михайлович подписал и просил, чтобы вы так больше громко дверями не хлопали. Значит, передай ему, что это моя дверь в моем офисе. Я буду делать с ней все, что я посчитаю нужным. Да, кстати, и подними, пожалуйста, жалюзи в кабинете у Алексея Михайловича. Оставьте в покое жалюзи. Они все равно сломаны. А Марине Владимировне передайте, что я, как руководитель фирмы, лучше знаю, что открывать, а что закрывать. Вот как значит. Передай ему, Наташа, что пусть этот руководитель закроет свой рот. Потому что скоро этот руководитель будет у меня сидеть безо всяких занавесок. С 8 до 8 за зарплату меньше, чем у тебя. Прям так и передать? Слово в слово. Слово в слово, я не запомнила. Ничего. Я сама. А послушайте. Да. Мне бы как-то пообщаться. Со мной? Ну, для начала с руководством. Я понимаю, да. Боюсь, что вы не вовремя. А вы не бойтесь. Я всегда все делаю вовремя. Минуточку. Алексей Михайлович, а вы готовы принять клиента? Да-да, конечно. Проходите. Вы ко мне? Проходите. Проходите. Не понял, а где клиент? А он уже у Марины Владимировны. А, вот так вот. Хорошо, тогда я ушел. Может быть, ей что-то сказать? Да. Передайте Марине Владимировне, что пока я здесь начальник, я ни перед кем отчитываться не собираюсь. Так и передать. Так и передать. Я вижу, у вас проблемы. Нет, у меня нет никаких проблем. Это кое-кого другого проблемы. Вы что-то хотели? Видите ли, по некоторым форс-мажорным обстоятельствам я вынужден отправиться в путешествие один. Один? Ну, я оригинал. Вы еще не поняли? Нет, почему же? Я понимаю. Женщина — это вообще, в принципе, форс-мажорное обстоятельство. Но зачем так обижать мужчин? Мы тоже привносим в эту жизнь некое разнообразие. Которое, прежде всего, выражается в том, что вы ничего сами сделать не можете. Вот ничего, но при этом считаете себя пупом земли и свое мнение истинно в последней инстанции. Извините. Я надеюсь, вы несколько обобщаете? Несколько. Ага. Так я могу сдать половину путевки? Нет. Придется поехать одному, но за ту же цену. А, то есть в любом случае имеет смысл подыскать себе попутчицу? Ну, получается, что так. А вы не хотели бы поехать со мной? У меня вообще-то муж. Жизнь — это все так быстро меняется. Послушайте. Я вас внимательно послушаю, когда вы мне позвоните. А почему вы решили, что я вам позвоню? Потому что я все делаю сразу и до конца. Вызывали? Вызывали. Разговариваем быстро и информативно. Что у тебя с Алексеем? Михалычем. Михалычем. Ничего. У тебя зарплата меньше, чем у уборщицы. Из-за него не увольняешься? Нет, потому что рядом с домом. Мозги мне не пудри. Да, из-за него. Он тебе нравится? Да. А ты ему? Нет, наверное. Наверное или точно? Наверное, точно. Но у меня вообще-то Коля. Вообще-то Коля — это вообще-то не вариант. Знаешь, что перед собой надо ставить? Высокие цели. Я читала. А надо ставить. Еще вопросы есть? Нет. Тогда свободно. Извините. В
Ой, какая удачная встреча. А я как раз хотел обсудить с вами некоторые детали нашей совместной поездки. Нашей? Мне кажется, я вам ничего не обещала. Но, по-моему, вы и не отказывали, а я все люблю планировать заранее. Какую кухню вы предпочитаете? Ага, понятно. Простите, мне нужно на работу. Я понимаю, вас там ждет очень много интересного. Вроде бы и муж, и секретарша, с которой у него вроде бы... Так, это вас вообще не касается. Это просто не ваше дело. Как не мое? Проблема моей попутчицы – это мои проблемы. Какая сумнадеянность, просто удивительно. Ой! Из-за вас. Ну, позвольте, я исправлю свою оплошность. Дайте мне вашу ногу. Нет, 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 здоровую. Вы что, вы сумасшедший, да? Да нет. Да вы пройдитесь, так будет значительно удобнее. Вот, смотрите. Так, все. Провожать мне не нужно. Сама дойду. Разрешите? Садись. Хочешь замуж за моего мужа? Что? Такие глаза ему будешь делать, когда выйдешь. А когда я выйду? Вот это уже деловой разговор. Скоро выйдешь, потому что я предлагаю тебе для этого абсолютно радикальный способ. Это что? Инструкция по применению моего мужа, будущего твоего. Читай. Мухин. Серийный номер по паспорту 45-08-695-310. Представляет собой экспериментальные изделия, выпущенные природой с массой недоделок. Однако, в случае правильного и своевременного ухода, может быть приспособлен для плановой эксплуатации в бизнесе и домашних условиях. Да это что? Вводная часть. Дальше последуют конкретные рекомендации. Моя идея – твое исполнение. Так. Глава 26. Подарки и благодарности. Мухин не любит и не умеет ничего покупать. В магазине ему скучно и неуютно. При этом он убежден, что не ходит в магазины, потому что просто не хочет лишать женщину удовольствия от покупки. Так что подарки она должна покупать себе сама. Прикольно. А что нужно сделать, чтобы он захотел, отблагодарить? Действовать по инструкции. Из пункта первого логично вытекает, что единственной доступной для Мухина формой благодарности являются деньги. Если же по каким-либо причинам деньги подарить неудобно, у него остается только один вариант – приглашение в ресторан. Но для начала я советую тебе убрать из его кабинета цветы, он их терпеть не может. Ой, блин, я-то дура. Да, но сейчас не об этом. Во-вторых, поменяй ему воду на газированную и, умоляю тебя, сотри все эти идиотские рингтоны с твоего телефона. Он не признает ничего, кроме обычного телефонного звонка. Остальное прочтешь. Простите, только один вопрос. А вам-то зачем? Хороший вопрос, но глупый. Поэтому отвечать на него не считаю нужным. Еще вопросы есть? А вы уходите? Да. Причем, заметьте, специально для тебя. Так что... Воспользуйся моментом по полной. Глава 34. Секс. Ты там не слишком вперед забегаешь? Ой, да. Простите. Всего доброго. Всего доброго. С утра ждете? Да нет, только что приехал. Я всегда все делаю вовремя. Что это? У меня есть ощущение, что ваши тапочки не подходят к цвету ваших глаз. А вам не кажется, что... Нет, не кажется. Хотя бы ради приличия. Примерьте. Ну, если только ради приличия.
Ну что, не жмет? Нет. Абсолютно. Послушайте, а как вам это удалось угадать с размером и... И заметьте, это не единственное мое положительное качество. Здравствуйте. Алло. Алло. Я не могу сейчас говорить, я перезвоню. Это что, ваш? Мой. А что случилось? Жизнь налаживается? Да. Кто там? А там клиенты с претензиями. Вчера к Марине Владимировне приходили. А, к Марине Владимировне. Ага. Теперь больше некому. Ладненько. Алексей Михайлович, вот ваш кофе с молоком и с двумя кусочками сахара, как вы любите. Слушайте, правда, как я люблю. Подождите, но вы же никогда раньше не готовили, так? Ну, сегодня просто я как-то почувствовала. Да. Так бывает. Да, и принесите мне что-нибудь перекусить. А вы не завтракали? И не ужинал. Хорошо. Так. Повод какой, или так? За ум взялась по совокупности жизненных наблюдений? Ну, по совокупности. Я, то есть мы, подготовили вам список конкретных претензий и требуем от вас компенсации в размере... Там все написано. Простите, какой компенсации? За нанесение морального ущерба. И Марина Владимировна нам обещала. Ага. Ладненько. Спасибо, Наташа. Здоровья. Печенье будете? Нет. Должен вам заметить, что за погоду мы не отвечаем, а также за консультацию пластического хирурга. Так что ваши претензии тысяча... Тысяча? Что он сказал? Тысяча. Тысяча чего? Долларов, конечно. Мы согласны! Кем? Поняла? Вот что значит к мужу прислушиваться. Какому мужу? Наташа! Прическу делаешь попышней. Мужики на прическу, как мыши летучие слетаются. Алё, извини. Успокойся, перестань кричать! Что у вас случилось? Да ну чем я его кормила? Печеньем. Ореховым. Что? А я до аллергии еще не дошла. Где таблетки? Ну что, спасли обреченного? Ну, пока да. Тогда существенным. Свежий маникюр. Обязательно. Угу. Ну, типа такого. Ты что, считаешь, что это красиво? Нет, зато модно. Запомни, Маринелла, мода не имеет к красоте никакого отношения. А! Да, да, это знак. Знак принадлежности к узкой элитарной группе, которая делает маникюр в то время, как другие варят борщ. Ясно. Нет, Наташа, спасибо вам большое. Вы меня просто спасли в финансовом и физиологическом смысле. Ой, смешно получилось, да? Да. Наташа! Стойте, а как вы узнали, где у нас лежат таблетки? Мне так показалось. Да. Может быть, вы ясновидящие? Да, может быть. Да. А давайте с вами проверим. Сколько стоит тур на Фиджи 11 дней отель Хилтон? Ну, понятно. Вы не ясновидящие. Но все равно, а как же у вас это все получилось? Я как-то почувствовала. Почувствовали? Да. Все это как-то неспроста, наверное. Вы думаете? Догадываюсь. Как же мне вас отблагодарить? А давайте вечером пойдем в ресторан. Вы серьезно? Абсолютно. Ой, я даже не знаю, что бы такое заказать. Наташа,
нравились. Ну, наверное, то, что вы любите. А вы? Я вас первый спросил. Я? А давайте начнем с того, что вы не любите. Ну, я телевизор не люблю смотреть. Серьезно? Угу. А что же вы вечерами делаете? Ну, я книжки читаю. Да, какие, если не секрет? А, вот, к примеру. Ты ничего себе. Слушайте, вы тоже верите во внеземное зарождение жизни? Конечно. Что же вы молчали? Там же есть о чем поговорить. Глава 14. Инопланетяне. Крайне опасно заговаривать с Мухиным про инопланетян. Он сразу же приходит в состояние болезненного возбуждения, в котором может травмировать окружающих морально, а иногда и физически. При этом вернуться в адекватный режим без посторонней помощи он не может. Прекратить вакханалию можно, только лишив Мухина собеседника. Сам с собой он пока разговаривает с трудом и недолго. Вы знаете, мне нужно минуточку выйти. Вы только без меня ничего не заказывайте, хорошо? А, я обязательно угадаю, что вы любите. Не сомневаюсь. Я готова, можем звать официанта. Садитесь. А что с вами? Наташа, вам нужно срочно уходить. Почему? Здесь становится опасно. Опасно? Да. За вами сидит мужчина. Не оборачивайтесь так явно. Несколько лет назад наши конкуренты из компании «Берег счастья» под прикрытием туристического бизнеса стали переправлять оружие на острова. Зеленого мыса. Какое оружие? Бактериологическое. И наши интересы с ними пересеклись. Так мы что, тоже торгуем оружием? Если бы. Нет, но мы им мешаем. Это хорошо. Это плохо, потому что они стали за нами следить оттуда. Откуда? С островов Зеленого мыса. Туземцы? Да. Этот что-то не похож. Он замаскирован. А это женщина с ним? Да, она работает под прикрытием. А что же нам теперь делать-то? Вам нужно срочно уходить. Это вы? Даша! Со мной сложно. Они меня так просто не отпустят. Я думаю, что придется... Да ну! Туристический бизнес – это страшная вещь. Так что просто вставайте и не обращай ни на что. Уходите. Ждите. Хорошо. Давайте. Я ухожу. Идите. До свидания. До встречи. У него. Давай. Ой, я прошу прощения! Извиняйте! Пожалуйста, я... Давайте, я... Я не знаю, это безобразие! Что вообще? Привет. Привет. А что ты здесь делаешь? Для начала хотелось бы узнать, что тут делаешь ты. Я? Я пришел поужинать. Дома-то некому приготовить. Где твой хахаль? Можно подумать, что я не могу прийти в ресторан на встречу с деловым партнером. Значит, я угадал. Партнер все-таки есть. И как доказывает практика, что твоим деловым партнером становится партнер сексуальный. О. Ну что ж, все понятно. Завтра будем переписывать квартиру и бизнес на меня. Почему? Ресторан – это вообще не повод. Ты хочешь, чтобы мы отлавливали друг друга в постели, да? Ну, не знаю. Посмотрим. Успокойся. Успокойся. Я пришла одна. Тоже поужинать. Потому что, знаешь, как-то не привыкла для себя готовить. Ну что, может быть, как-нибудь... По старой памяти мы все-таки поужинаем вместе? Давай. Сейчас только одну минуточку. Так.
Привет. Ой, вы так пунктуальны. Ну, есть такой грех. Ну что, идем? К сожалению, нет. Вы знаете, я имела неосторожность прийти сюда чуть пораньше и, представляете, встретила подругу. Ну, ничего страшного, пусть она присоединяется к нам. Боюсь, что не получится. Почему? Она будет вас стесняться. Вы знаете, в ее жизни все так плохо. Просто дальше некуда. На 9-м месяце без мужа. И беременность какая-то неправильная. В общем, придется сидеть и утешать ее весь вечер. Что это такое? Ничего, она, что ли? Угадали. Действительно странновато для 9 месяцев. Mm-hmm. Ничего не видно. Да, вот видите, и вы заметили. О, пришла? Как мило. Что-то проголодался, заказал то, что ты любишь. Спасибо. Ну, о чем будем разговаривать? Об инопланетянах, наверное. Точно. Слушай, я тут такую книгу купил. Короче, на самом деле, пришельцы, они не пришельцы. А вот инопланетяне, ну, это от слова «ино», ну, понимаешь? Наташ. Извини, я очень тороплюсь. Ну, цветы хоть возьми. Оставь себе. Ну, а куда я здесь поставлю? Ладно, давай. Алло. Доброе утро. Наташа? Вчера? А что вчера? А, да, вчера все хорошо закончилось. Да. Я немного помотал его по переулкам и оторвался. Так что вы зря волновались. Да. Наташ, у меня к вам один вопрос. Может быть, вы как-то почувствуете. А вы умеете завязывать галстук? Если каша остыла, нужно подогреть ее ровно 2 минуты, постоянно помешивая. Да, только постоянно. А кофе в чашке, кипяток нальете сами. По поводу витамин. Красную, зеленую и 2 синих запьете водой. Только водой, да, водой, а не кофе. И нужно вам по дороге заправиться. Теперь по поводу галстука. Сиди. Да. Значит, широкую сторону изнанкой заносим под узкую и оборачиваем вокруг нее. Минуточку. Спасибо, просто потрясающе. Ну, не нужно благодарности. В конце концов, у нас с тобой общая цель. Давай, звони почаще. Ага. Алло. Ну что, получилось? Поздравляю. Агентство «Купидон Тур». Как прошел вечер? Вам удалось утешить подругу? Ну, на какое-то время. У меня появилась надежда на ужин? К сожалению, нет. Я иду покупать подарок. Завтра день рождения у подруги. Беременная? Вы что, считаете, что у меня все подруги беременны? И потом, зачем вам такие подробности? Вы что, собираетесь пойти со мной в магазин? Некорректный вопрос. Хотите ли вы, чтобы я пошел с вами в магазин? Да. Вот это покажите, пожалуйста. Вы хотите, чтобы ваша подруга это носила или переподарила другой подруге? Честно, все равно. Неправильный подход. Другой подругой можете случайно оказаться именно вы. А. Поэтому предлагаю примерить. Хм. И лучше всего вот это. Будьте добры. Благодарю. Вам очень идет. Ну что, наверное, вот это. Нет, берем оба. Зачем? Ну как, это для вас, а то для подруги. Карточки принимаете? Да. Прекрасное утро сегодня. А у вас замечательно повязан галстук.
Да. И вот ваш кофе. Спасибо. Красную и зеленую выпили? И две синих. Замечательно. Замечательно. Наташ. Да. О. Вот. Очень хорошая книга. Рекомендую. Спасибо большое. Я обязательно ознакомлюсь. А вам не кажется, что нам надо уже серьезно поговорить? Правда? Да. А когда? Да когда угодно. Нет, вы знаете, чем быстрее, тем лучше. Да. Давайте прямо сейчас. Давайте. Пойдемте. Пойдемте. Наташа, пожалуйста, зайдите ко мне. Срочно. Ой, а давайте я к вам позже зайду. Хорошо? Хорошо. Извините. Хорошо. Вызывали? Садись. Как инструкция? Работает? Ой, да не то слово. Это же получается, я угадываю все его желания. Мне кажется, у него даже немного крыша поехала. Ну, крыша у него, прямо скажем, всегда была не совсем на месте. Итак, когда? Что? Ну, мне что, все надо разжевывать? А, это? Ну, не знаю. Мне кажется, что мужчина первым должен предложить. Это не мужчина. Это Мухин. А как ты будешь ждать, что он первым предложит? Ты на пенсию в девках пойдешь, понимаешь? Угу. Ему нужно намекнуть. Аккуратно. Что? Я надеюсь, понятно. Что понятно? Ну, непонятно как. Наташа! Я, кажется, вас просил зайти. Что ему нужно? Он хотел со мной серьезно поговорить. Это прорыв. Садитесь. А не, не надо. Я сам встану. А вы мне что-то хотели сказать? Да. Давайте присядем. Наташа. Скажите, как вы это все делаете? Что это? Ну, как вы узнаете все мои привычки, угадываете мои желания? Почему вы не можете сказать, что вы ясновидящая? Ну, потому что я не ясновидящая. Значит, вы инопланетянка. Но я, как разумный человек, я не верю в чудеса. И поэтому мне необходимо рациональное объяснение всех, пусть даже паранормальных явлений. Ну, может быть, это потому, что у меня к вам какое-то особое чувство? Какое чувство? Так разве бывает? Ну, видите, значит, бывает. Вот вы мне что-то хотели сказать. А, да. Наташа, вы... Знаете, вы... Я только сейчас понял, какая женщина мне необходима. Круглосуточно. Приходите сегодня вечером ко мне домой. Наташа, с вами все в порядке? Я что-то не так сказал? Не-не-не, да, глаза, ой, простите. Закрыли, я испугался. Нет, простите, может, пожалуйста, плохо вам? Я просто задумалась. Вы меня извините. Ага. Придете? Придешь? Да, я приду. Хорошо. Ну? Да. До свидания. Ага. До вечера. Да. До вечера. До вечера. Да. Все. Увидимся. Ой, ой, больно же, Наташ. Лед в холодильнике. Не надо, не надо. Я сам. Я разберусь. Извините. Ну? Что? Предложил? Сегодня вечером. Прекрасно. Свободно. Ого! Ничего себе! Наташ! А у тебя определенный талант. Ой, ну, бросьте вы. Во-первых, мы договорились с тобой на «ты»,
А во-вторых, откуда ты знаешь, где у нас лежат вилки? А я не знаю. Я просто почувствовала. Почувствовала? Да. Ты должна мне о себе все рассказать. Что, прям все? Ну, все, что считаешь нужным. Ну и про остальное, если, конечно, захочешь. Ну? Ну, в общем, родилась. Ага. Училась. Работаю. Где? А потом все как обычно. Был парень. Обещал развестись, потом жениться. Развелся. Женился. Но не на мне. Зато у нас как-то необычно. А где это? Что? Любимые блюда. Мухин ест только то, что любит, и очень не любит, когда ему предлагают то, что он не ест. Но тут все просто. Он любит, ест и любит есть только мясо. Про самое главное-то я и забыла. Это где? Вот я дура. Для Мухина все, что не мясо, не еда, а все, что без кетчупа, не мясо. Мне кажется, что ты с кетчупом любишь. А у меня есть тост. Давай выпьем за женщину, которая меня понимает. Спасибо. Ну давай, рассказывай. Рассказывай, что дальше? Ну, а что дальше? Я говорю, женился. Потом я ему перестал звонить. А он мне стал названивать. Ага. Все-таки жена, ну. Глава 12. Пятна. Безудержное употребление кетчупа приводит к тому, что Мухин постоянно сажает пятна на одежду. Когда это случается, вечер спасти уже невозможно. В лучшем случае он впадает в тяжелую апатию. Бесполезно делать вид, что вы ничего не заметили. Он все равно сделает так, что это заметят все, поскольку устроит страшную истерику. Успокаивать его и убеждать, что так даже красивее, тоже бесполезно. Единственный выход – немедленно его переодеть. Так! Снимай штаны. Подожди, прям вот уже? Ну, а чего ты стесняешься? Ты же в своей квартире снял? Да. Угу. Я сейчас эти застираю, сразу другие принесу. Ну что же, я приятно удивлена. Нет, я, конечно, предполагала, что ты не продержишься долго, но такое быстрое и очевидное поражение. Марина, давай разберемся. У нас с Наташей, с Натальей Александровной чисто деловая встреча. Да, деловая. Да. А штаны? А что штаны? Ну, видимо, у вас какой-то специфический регламент, потому что дресс-код деловой встречи я себе представляла несколько иначе. Это просто недоразумение. Я посадил себе пятно. И ты же знаешь... Послушай, Мухин! Постарайся быть мужчиной хотя бы на этот раз. Умей проигрывать достойно. Завтра на работе мы обсудим подробности раздела имущества. Хорошего вечера, коллеги. Ну как? Не отстирывается. А про какой проигрыш она говорила? Да не обращай внимания. Ей кажется, что это игра. Я все-таки не понимаю, в чем она тебя обвиняет, когда сама... Что сама? С каким-то там Петром Ивановичем собирается в романтическое путешествие. А ты откуда знаешь? Ну я же билеты переоформляла. Вот так вот, значит, да? Да. Значит, вот так. Вот, значит, как.
Ну, спасибо за доставку. Пока. Счастливо. Ты чем-то расстроен? Ну так, чуть-чуть. Чем? Ну, как-то так. Такой замечательный вечер. Может, поужинаем дома? Я, между прочим, прекрасно готовлю. Ты такой самодостаточный мужчина. Зачем тебе вообще женщина? Ну, знаешь, во-первых, чтобы покормить. Ну, во-вторых, поехали. К тебе? Ну, а что? Пошли. Что? Пошли. Подожди, продукты. Ну так, почувствовал. Я сразу на кухню, а ты подходи на кровать, на стол. Погоди. Послушай, ты что, инопланетянин? Скорее наоборот. Просто удивительно, насколько ты не привыкла к нормальным человеческим отношениям. То есть ты считаешь, что наши отношения просто нормальные, да? Ну, я надеюсь, скоро они станут более близкими. Никогда не встречала таких людей, как ты. Ты просто потрясающий человек. Могу я считать твои слова основанием для... Господи! Неожиданно, правда? Прости, это кто? Понятия не имею. Я же квартиру снимаю. Может быть, какой-то бывший жилец завалялся. Ага. Если я не ошибаюсь, Рузавин Петр Иванович. А я смотрю, у вас там в шкафу паспортный стол. Ага. Шутка затянулась. Кто это? Мухин Алексей Михайлович. Муж. Муж. В шкафу. А почему в шкафу? А где здесь у вас еще спрятаться? В этом уютном гнездышке. Ты как вообще сюда попал? А, хотя понятно. Спасибо доброй подружке. Извините, у меня стойкое ощущение, что вам надо поговорить. Я не буду мешать. Захотите поужинать, продукты в пакете. Благодарю. Не за что. Ничья? Вообще-то я тебя первым застукал. А, я хотя бы не целовался. А трусы? Что трусы? Трусы были на мне. Согласна. Угу. Ну что, завтра пойдем и разведемся. Сколько там ждать? Месяц. Если все пополам и без суда. Все пополам. А как же бизнес? Да какой у нас теперь, Леш, бизнес? Thank you.
Она не работает. Это ваша инструкция. Успокойся, пожалуйста. Ну, то есть как это не работает? Ну, раньше же работала? Раньше работала, да. Теперь нет. Почему? Да я не знаю. Раньше он все время удивлялся моей способности угадывать его желания. И это приносило радость и ему, и мне. Понимаете, праздник был. Праздник. А теперь ничего. Мы просто живем, и все. Праздники, они вообще быстро заканчиваются. Нет, я все-таки думаю, что это ты что-то не так делаешь. Да что я не так делаю? Я действую строго по инструкции. В результате вчера он назвал меня вашим именем. Да? Ну, это бывает. В смысле? На первом этапе. Я вообще не понимаю, что ты хочешь? Ты хотела получить моего мужа? Я хотела не вашего, я хотела своего. В чем разница? В любви. Ну, любовь по инструкции, думаю, что так действительно не бывает. Какая же я дура, что я вообще могла вам довериться. Да какое вы вообще имеете право говорить о любви после того, что вы сделали со своим мужем? Мало того, вот так вот из рук в руки всучила и... Заберите вы свою методичку. Наташа, ты права. В этом ты права. Забери инструкцию. Мне она все равно не нужна. А мне тоже. Ну что, так поздно? Задержался. Теперь домой? Слушай, у тебя выпить есть что-нибудь? Чаю? Подожди, подожди, подожди. Что ты все в одну кучу валишь? Мужчины, идеальные проблемы. Давай по порядку. Появился мужчина? Да. Понятно. Идеальный? Угу. Сразу нет. Потому что мужчина идеальный, понятия несовместимые. Нет, он действительно угадывал всякое мое желание. А сейчас чего? Подарки обратно требует. Вот сволочь. Да нет, Надь, нет. Так, реально сложный случай. Говори. Понимаешь, проблема в том, что он по-прежнему угадывает каждое мое желание. И вообще делает то, что я привыкла делать сама. То есть это проблема? Ну, для меня – да. Ты знаешь, по-моему, проблему у твоего мужика. Он, понимаешь, из кожи вон лезет, а ты тут выпендриваешься, как мух на стекле. Что тебе вообще не нравится? Мне кажется, он пытается контролировать мою жизнь. Ах, вот оно что! Ну, знаешь... Тут надо выбирать. Либо так, либо... Ты свободна, вот как я. Только раз в неделю ты ноешь подушку от одиночества. Ну, заманчивая перспектива. Не нравится? Mm-mm. Не ной. Или возвращайся к Мухину. Ему, кстати, тоже наверняка не нравилось, что ты каждый шаг его контролировала. Нет, это он только так говорил. На самом деле ему очень нравилось. А знаешь почему? Думаешь? Ты знаешь, Коля, за последний месяц я понял одну великую вещь. Я сделал открытие. Все бабы одинаковые. Леша, ты не прав. Я прав. Я стар и опытен. Я постиг эту истину на себе. Была у меня одна женщина, а вот теперь другая. И вот смотри. Никакой разницы. Они разные, Леша.
Они разные. Я стою на этой проходной целый день. Мимо меня женщин проходит. Тысячи в суд. В час. Да. И никакого эффекта. Ничего. И только одна единственная. Подходит еще издалека. А сердце уже на дно организма опускается. А если эта единственная подошла к тебе и прицельно в душу плюнула? Это конечно. Это бывает. Но только тут как? Простить придется. Она ж по-любому твоя половинка. Другой в природе нет. Поэтому придется простить. Не надо ничего говорить. А у тебя что сегодня? Выездной корпоратив? Отнюдь. Видишь, и через час ты получишь документы о разводе, и после этого наши отношения потеряют всяческий смысл. Не поняла. А какой смысл в них видишь ты? Боюсь, что несколько другой, чем ты, видишь ли. Когда вы отказались продать свою фирму, ваши конкуренты из «Берега счастья» обратились к нам. Кому это? К вам? Ну, к одной компании, в которой я работаю. Назовем ее, так сказать, «Утес беды». Ну, мы занимаемся несколько нетривиальными методами устранения конкурентов. А, спите. С вашими клиентами? Ну, иногда. Но есть и другие методы. В вашем случае этот оказался наиболее подходящим. Купидон Тур – маленькая компания. Для того, чтобы ее устранить, просто надо было ее разделить. Так что развод владельцев оказался как нельзя кстати. Вот так в твоей жизни появился я. Но поскольку дело сделано, я исчезаю. Как это? Дело сделано. А если я не разведусь? А куда ты денешься? Конечно, разведешься. Заявление вами подано. Время прошло. Обратной дороги нет. И потом, самое главное, такие, как ты, своих решений не меняют. Нет, конечно, если тебя интересует формальный ответ, ну, в том смысле, если действительно вы не разведетесь, так сказать, у меня были бы колоссальные проблемы. Так сказать, это пятно на репутации фирмы. Ну, ты же знаешь, я пятен не ставлю. А! Ой!
Но не отмоешься же. Привет. Доброе утро. Я вот смену закончил, зашел поздороваться. Или в смысле попрощаться. А что происходит? Ничего, я просто увольняюсь. А я? А ты остаешься. Ну, в смысле, уходишь. Вот только не надо меня уговаривать, ясно? Я все решила. Вот. Прости. Лучше бы, конечно, в вазу. Туда воды налить. А то завянут. Ты что, меня прощаешь? Конечно. Но я же... А мне все равно. Странно. А любовь, Наташ, штука странная. Привет. Привет. Отлично выглядишь. Спасибо. Ты не мог поприличнее одеться? Ну что, пойдем? Да, сейчас пойдем. Надо как-то собраться. Ответственно все-таки шаг. Давай, соберемся. Не жалко? Так вот, 24 года жизни, хату под хвост. Жалко. А зачем ты все это устроила? Я это устроила. А кто? Кто придумал это пари? Кто мне подсунул эту девочку? С идиотской инструкцией. Леша? Леша, это значит, я жила всю жизнь на всем готовеньком и даже ни слова благодарности не сказала. И то, что прости меня, ты давно уже забыл, что я не только домохозяйка, но еще и женщина. Это тоже я, значит, виновата, да? Да, да, я виноват, я. Только можно было мне просто об этом сказать. А можно было просто догадаться? Можно было. Только когда я догадался, ты уже все устроила. Значит, я все-таки все устроила, да? Хорошо. Марин, куда ты? ЗАГС у нас здесь. Хорошо. Ну куда ты? Мы должны идти вместе. Но это все по обоюдному согласию. Скажите, где здесь разводят? Так, прямо по коридору, потом направо до конца, еще раз направо и предпоследняя дверь налево. Ты что-нибудь понял? Ну, приблизительно. Приблизительно? Ты женился. А разводиться будем. Наверняка. Давай, веди. Постараюсь. Как она сказала? Сначала направо, потом еще раз направо. Или налево? Ты можешь хоть раз в жизни принять самостоятельное решение. Она сказала налево. Нет, она сказала направо. Господи, даже сам налево сходить не может. Марина! Здрасте. Ну, извините, вы зашли не с того входа. Я же говорила. Что ты говорила? Откуда я знал? Там вообще на двери никакой вывески нет. Да, а тебе подсказка нужна, Леш, да? Так, ты, Мариночка, определись, чего ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я делал то, что хочешь ты, или ты хочешь делать то, что хочу я? Или ты вообще не знаешь, чего ты хочешь? Ну что вы ссоритесь? У вас же такое торжественное событие. Вот, Марина, это уже называется торжественное событие. Леш, ты что, не видишь, что мы находимся в зале для регистрации брака? Нет, Марина, я не вижу, потому что я привык смотреть на мир твоими глазами. Вот ты мне расскажи, что здесь у нас? О, зал для регистрации брака! Фамилии свои назовите. Да подождите! Мы еще не знаем, где мы находимся. Леш, мы находимся в зале для регистрации браков. Ты привел меня в зал... регистрации браков. Извини, но это ты меня сюда привела. А ничего, что я стою такая нарядная, а вы тут занимаетесь всякой ерундой. Ничего. Подождите секундочку. Мы еще не разобрались. В чем ты не разобралась? Ну сколько можно разбираться? Ты знаешь, мне кажется, я разобрался. Так вы будете регистрироваться? Так что, что вы делаете? Ты обалдел? Ты знаешь, ты хотела, чтобы я самостоятельное решение. И я его
Принял. Так, секундочку. Не надо нас регистрировать. Мы просто поцелуемся.